Привет, юзернейм. На моих часах уже почти 6 часов вечера 31 декабря. Я уже готов идти резать салатики. Но прежде чем это сделать, хотел все-таки записать некоторое новогоднее видео, так сказать. Пишу я его одним дублем, поэтому монтажа, скорее всего, не будет. Я хотел бы сказать всем спасибо, кто приходил в течение года смотреть видео, стримы, разные там нарезочки, это вот все дело. На самом деле, благодаря вам канал растет, потому что я почти ничего для этого не делаю. Ну, кроме как там пишу название, описание и расставляю теги. Да, я, наверное, в этот раз не буду какими-то цифрами. Вы сами все видите в статистике канала, которая доступна, в принципе, при желании кому угодно в Гугле, если это хочется очень сделать. Каких-то важных скрытых данных тут просто-напросто нет. Всех еще раз хочу поздравить с Новым годом. Этот год, который сейчас заканчивается, был далеко не самый удачный. Далеко не для всех, в том числе и для меня. Но, тем не менее, он заканчивается, наступает новый. И посмотрим, как будет развиваться событие именно в новом году. Вот, соответственно, что еще хотел сказать. Я не ютубер, я не стример, у меня никакого расписания, какого-то плана там на контент. Я вообще не люблю слово «контент». Поэтому я не знаю, что будет в следующем году, честно скажу. Я хотел бы сказать то, что в этом году мы сделали свой мод. Мы очень много уделили внимания играм в СНГ комьюнити, хотя были игры и с бургами в том числе. Но что будет в следующем году, я не знаю. Скорее всего, мы продолжим пилить наш мод, мы продолжим играть в хоечку. Может быть, на канале появится что-то еще, например, вот тот самый Альбион. Я пока не знаю. Прежде всего, опять-таки, мне мало интересно что-то кроме этого, потому что пока другие вещи я особо не играю, я им не занимаюсь. Может быть, что-нибудь еще придумаем, но каких-то планов нет. В общем-то, если какие-то есть идеи или там замечания, то пишите, как всегда, в комментах, я их посмотрю, почитаю, рассмотрим, может быть, что-нибудь придумаем. На данный момент, наверное, мой тайминг уже подходит к концу. Еще раз всех поздравляю. Всех рад был увидеть, услышать в течение этого года. И пойду, пожалуй, я резать салатики. Счастливо.